Всем привет! Это третий урок. В нем мы научимся устанавливать официальный дистрибутив Linux Mint на раздел жесткого диска. Вот здесь вот наберем в строке gparted, менеджер управления разделами жесткого диска. У разных бывает по-разному. Ну, вот у меня есть раздел, и для учебных целей я просто его сейчас отформатирую в формате extension 3. Применить. Разделчик на 30 гигабайт я выделил под эти цели. Вот раздел отформатирован. Вот он. На 11 разделе. Ну, видно, что пустой. Значит, вот на 11 раздел мы и будем устанавливать официальный дистрибутив Linux Mint. Нажимаем два раза на значок установки в виде CD диска. Выбираем, значит, язык русский. Продолжить. Продолжить. Да ради бога. А здесь идем на другой вариант. И как помним, вот 11 раздел у нас, на него мы и будем устанавливать. Ищем здесь 11 раздел. Вот оно. Нажимаем на изменить. Выбираем файловую систему Extension 3. Форматировать. И выбираем его в качестве загрузочного. ОК. Продолжить. Ну и когда кнопочка из обесцвеченной стала цветной, нажимаем «Установить сейчас». Ну, здесь спрашивает, где установить. Ну, допустим, давайте Москву выберем. Клавиатура русская. Ну, здесь я во всех своих сборках по умолчанию делаю одинаковым. И имя пользователя, и пароль, юзер. Потом, когда вы уже сборку себе настроите, вы сможете изменить пароль на любой длины по вашему усмотрению и пожеланию. Итак, установка закончена. Следующую часть видеоролика я уже сделаю из жесткого диска компьютера, куда мы только что поставили Linux Mint Cinnamon 17.3. Хочу вам сразу сказать, что независимо от версии там, 17.0, там, 1, там, 2, 3, 5, 9, как видите, общие принципы установки одинаковые. Итак, я загрузился с жесткого диска. И теперь можно приступать к настройкам. Согласно моим видеоурокам. Итак, когда вы все это дело начнете настраивать, то вот в папочке на Меге также я положу файлик в формате Cherry 3 Linux видеоуроки. Он будет выглядеть вот таким образом.
И вот в третьем уроке будет дана ссылочка на настройку, значит, как настраивать официальную сборку. Два урока длительные, где-то по часу, но тут, как говорится, все от А и до Я. Вот, здесь все это дело посмотрите и поднастроите по своему вкусу официальную сборку Linux Mint Cinnamon. Вот таким вот образом. Значит, запомните, в папочке будет лежать вместе, значит, вот с этой чудо-флешкой, с флешкой-реаниматором, значит, вот этот файлик уроки будет лежать.